На торжественной линейке в Самарской гимназии «Перспектива» звенит первый звонок. В этом году почетная миссия объявить о начале учебного года досталась первокласснице Марте Овчинниковой. После линейки и классного часа для детей прошел спектакль о правилах безопасности на дорогах. Марта уже знает, как переходить проезжую часть и обходить общественный транспорт. Надо посмотреть налево, направо. Если нет машин, то можно переходить дорогу. А если есть, то надо подождать, пока она проедет. Папа Марты, Василий Овчинников, убежден, правила дорожного движения дети должны знать с малых лет. Это критически важно для детей, знание правил дорожного движения. Безусловно, с ними должны разговаривать на эту тему и родители, и в школе должны показывать, учить, объяснять, потому что это безопасность их жизни. Обучающие мероприятия по безопасности дорожного движения проходят в гимназии «Перспектива» регулярно. Дети, которые во вторых, уже там третьих, четвертых и далее классах, они уже знают небольшие эти правила дорожного движения. А первоклассников нужно учить с самого первого момента, да, как правильно переходить улицу. Появляются новые понятия, это и зебра, и различные дорожные знаки. Поэтому наша задача сейчас предотвратить те происшествия, которые должны не случиться ни в коем случае с нашими детьми. С началом учебного года, когда дети возвращаются в город, количество ДТП с участием несовершеннолетних растет. Поэтому напоминание о правилах поведения на дороге лишним не будет. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.